Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Понятно. В общем, я ударять не могу фантомов, но они могут ударить случайно своих фантомов. Так, давайте еще раз грешнику вторгнемся. Поиск мира виновного. Блин, это было прикольно. Раз. Эть. Окей. Вторжение. Это мы сейчас кому? Это сейчас по кольцу вторглись. Зигота. Зигота, скорее всего, сейчас будет бежать к Ковенанту Темной Луны. А вон, походу, стоит Зигота, да? Оп. Твою ж. Фигли ты. Твое счастье. Че, он глючит, что ли? Понятно, у него пинг. Очень плохой пинг. Или он читер какой-то, не пойму. Либо, в общем, я сейчас резко помру, либо он. Да, пинг плохой, плохой пинг. Да, изгони меня, правильно. Я жестокий дух. Блин, он сейчас... Куда ты пошел? Короче, это выглядит, как будто я неуязвим, но на самом деле просто с пингом проблемы. Он сейчас в какой-то момент жизни закончится. Да что за фигня? Оружие поменял. По-моему, это читер какой-то. Мне все равно. Пусть либо нарушает правила, вылетает, либо я не знаю.
Видать, этот чувак очень сильно нагрешил. А, читер. Да, он читер. Он думает, мне надоест. Не знаю, с кем связался. Блин, какой же он дурак, а? Иди в жопу, иди в жопу, чувак. Иди сюда.
конечно, это уже не смешно. Просто не смешно. Долбанные читеры. Типа, а что со мной, да, не так? Вот и вали туда вниз. Иди с обрыва сам. А то показывает мне, иди туда, типа. Вот сам иди туда. Сам иди туда. Сейчас доиграется ведь. Можно ударить таким хорошеньким. Ugh!
Не знаю, в общем, полчаса безумства какого-то просто вот. Человек не дает фармить. О, вы потеряли связь с хозяином. Возвращение в ваш мир. Отлично. Наконец-то. Я даже не знаю. У меня полчаса было ровно записи на эту фигню. Это дебилизм. Это просто в высшей степени дебилизм. Как это еще назвать? Я... Не дай бог сейчас опять к нему. Это же капец будет просто. Ох. Кому я вторгся? К Зиготе? Дайте угадаю. А, нет. Куда он бежит? Куда он убежал? И опять. Опять потерял связь. Отрубаются, отрубаются, боятся меня. Чем уже 10 фляжек. Непонятно с чего бы. Будет еще классно, если мне за этого читака дадут бан. Вот это вот вообще будет шикарно просто. Просто за то, что чувак использовал читы. О, обломок титанит с них еще падает, ты смотри. Так, ну я не знаю. Даже не знаю. Ну сейчас вольем то, что у нас есть в уровень. Я выйду посмотреть, дадут мне какой-нибудь бан или еще что-нибудь, я не знаю. Потому что я знаю, что за некоторых давали людям. За то, что они встречали читеров. Так, и нам остался, в принципе, один уровень. Давайте выйдем, посмотрим. Подключение к серверу. Нет, нет, вот все нормально. Это просто оповещают. Потому что если вы используете, то извините, как бы. Если используете, то получаете последствия. Как-то так. Ладно, короче, ладно. Было весело, было интересно. Давайте дальше. Нам еще на один... А, сколько? Подожди, подожди. Сейчас. Нам на еще один уровень сколько надо? 27 530. 530, 27 500. Ну, 28, в общем. 28 тысяч надо. Вот, пойдем подкопим. Мне, правда, сейчас уже скоро надо собираться по-хорошему. Там по делам надо сгонять. Ну, чуть больше часа, если будет запись, я думаю, не страшно. С учетом, что это просто будет отдельная серия. Отдельная серия какой-то вот фигни. Непонятный. То, что какой-то грешник там решил
использовать читаки против нас. Причем, я не знаю, может быть, это дело в связи реально было. Может быть, реально читер, чувак. Не знаю. Но вы сами видели, жизни он восстанавливать не мог в таких количествах. Так что, скорее всего, о, вторжение в обличье темного духа. Эть, отлично. Давайте посмотрим, посмотрим. О, нифига себе. Правильно, беги от меня, сопляк. Угу. Тоже, видите, со связью проблемы. Да, со связью проблемы. Вы погибли. Ну, не страшно, я думаю, не страшно. Такой вот неоднозначный фарм. Фарм онлайн. Такой, я бы даже сказал, двухсмысленный. Надо было подождать, когда будет толпа, тогда и забивать их всех. Это, кстати, воскресенье, воскресенье вечер. Народ торгается, у нас 68 уровень, Анар Лонда. Я нахожусь в ковенанте Темной Луны, клинки Темной Луны. И мы продолжаем играть. Dark Souls. Если ты не знал. Мало ли, всякие бывают люди. Кто-то знает, кто-то нет. Кто-то видит, такой хоп, заходит и видит, а кто-то нет. У меня подключена мировая сеть. Может быть, конечно, проблема из-за меня. Из-за того, что у меня YouTube сейчас загружается видео. Но не знаю. Может быть. Может быть, из-за этого была проблема. Но снова-таки, бутылки-то он тратил вон сколько. Но он даже, в принципе, бутылки не тратил, а получалось, что все равно как будто бы тратил их. Эть, есть. 3000, уже хорошо. Уже не зря, уже не зря. Теперь пойдем наверх сходим. Не, на самом деле это весело. Клинки темной луны, это очень весело. Я не ожидал. Получил, не заметил. Че у него с ногой? Отлично. Пока не вторгаемся. Хорошо. Пока не вторгаемся, нам нужно 27 530. Тысяча, это еще примерно раза 2-3 надо пробежаться. Но зато смотри, так действительно ведь повеселее. Ну, если без читаков, конечно, без читеров. Потому что с читерами это вообще очень неприятно.
Потому что, видишь, я пытался его столкнуть, и он понял, что я пытался его столкнуть. Просто надо было это в другой момент делать. Ну вот. Он, видно, сам не понял, почему остальных мог выбивать, а меня нет. Я, честно говоря, сам не знаю. Но, скорее всего, это проблема с сетью. Просто меня сеть спасла. Я так думаю. Либо же у меня, не знаю, более обновленная версия, что ли. Хотя, как мы тогда сконнектиться смогли? Для меня это непонятно. Отлично, сбил. Видели, видели, что делаю? Прям вообще, Моргенштерн, не убиваем. Давайте еще вот это используем. Так. Ох ты. Как вовремя щит поставил. Ой. Отлично. Еще один обломок титанит. Ну, как видишь, неплохое место фарма для обломков титанита и вообще. Сам по себе. Кстати, по идее, сейчас последний раз надо будет пробежаться, кружочек вроде бы, или... Нет, два раза надо пробежаться, и... Тогда этот... Получим с тобой уровень, наконец-то добьем. На 28 веры сможем переключить крутое заклинание. И я покажу, как с ним можно будет примерно... кастоваться. Кстати, да, вот мне 30 тысяч как раз понадобится, чтобы талисманчик сделать. Да-да-да-да-да. Талисман мы, кстати, будем наш стандартный использовать. Не вот этот, а вот этот холщовый талисман. Оказывается, он лучше всех. До 40-го, по-моему, уровня. Сейчас, еще раз давай, сделаешь глупость какую-нибудь. Молодец, продолжай. Великолепно. Блин, очень классно все-таки. А вот если ты используешь там, ну, придашь ковенант, даже не придашь ковенант темной луны, а из лука расстреляешь иллюзию той бабы, то мир... У тебя Ванар Лонда станет весь темный, и больше половины солдат, больше половины всяких воинов, они у нас просто потеряются. Ну, не потеряются, исчезнут. Так, и по идее еще разочек надо. А, я в этот раз не взял поиск виновного. Так. По времени пока нормально еще. Сейчас с тобой как раз в эту серию много что успеем сделать. Веселенького. Да, как раз один раз получает спасение. И можно будет дальше веселиться. Все-таки мне понравилось врываться к чужим в мир, к другим игрокам, но когда читеры там, как бы ты же сам грешник, как бы вот этот ковенант врываться, это как бы правильно, потому что ты тут как бы грешишь, все вот это вот делаешь, вот поэтому к тебе и врываются. И не хочешь, чтобы к тебе врывались, не греши как бы.
Вот, не убивай NPC, ковенанта не предавай, будь правильным игроком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, удар щитом. Нет. Вот это меня. Вот это меня просто в сторону отшибло. Просто вынесло. Вниз. Нет. Я думал, он как бы чуть-чуть вверх ударит. О, давай, 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 давай. Отлично. Два. Три. Четыре. Ах, лишний удар. Ох, как хорошо-то. Прям замечательно. Прям сзади. Великолепно. В принципе, уже даже вот с этим можно идти. Но, а вдруг нас сейчас призовут? Давай еще пробежимся. По-обычному добьем остальных. Поиск мира для вторжения. Поиск мира виновного. Ой, ой, ой. Ну, пусть назад идет. Он сейчас отвернется и пойдет назад. Ну куда ты? Иди, иди сюда. Да-да-да-да-да-да. Сюда-сюда-сюда. Вот сейчас будет подниматься как раз. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, ну... Никому не вторгаемся, да? Да, никому не вторгаемся. Причем, чем прикольно, видишь, можно именно в обличье полого бегать. Так, давай тогда теперь по-быстрому, быстро. Во-первых, уровень на веру. Во-вторых, перенестись в храм огня нам нужно к Андре срочно. Нам надо талисманчик прокачать у него. У него купить осколки и прокачать талисман.